Всем привет, дорогие зрители! С вами мистер Мачо из солнечной Алании, район Бекташ, виллы, природа, безмятежность, красота, ляпота. Я нашел здесь три виллы, которые сдадутся через 2 месяца в эксплуатацию по очень-очень хорошей цене, с частными бассейнами. Вот такой будет вид у вас с этих вилл. Так, здесь у нас 3 виллы. Весь участок 250 квадратных метров. Наверху 2 виллы отдельные с частным бассейном. Там будет стенка. И здесь отдельная вилла, но она дороже, чем эти. Значит, эта вилла стоит 260 тысяч евро. Такая же рядом 240 тысяч евро. Там у нас 3 плюс 1. И там 3 плюс 1 с частными бассейнами. Тут у нас 4 плюс 1, но она просторная. 220 квадратных метров. Верхние виллы 125 квадратных метров. Туда я еще поднимусь. Фотки 3D все я добавлю в конец ролика. Не закрывайте ролик и не переключайтесь. Так, значит, здесь у нас бассейн открытый, 10 метров в длину, 2 метра с половиной где-то в ширину. В той стороне у нас детский бассейн. Здесь будет садик, беседочка. Сами на фотке увидите. Вот здесь такая комнатка. Не знаю, что они сделают. Наверное, гостевая комната. Здесь у нас зона отдыха. Такая вот просторная. Тут у нас, кажется, спальня, санузел с душевой кабинкой. Здесь у нас еще один санузел такой. И здесь вход. С этой стороны можно туда ездить, парковочка имеется. Поднимемся на верхний этаж. Тут вот прихожая 2-го этажа. Так. И здесь у нас спальня. 2 хозяйские спальни наверху. С санузлом. Вот такая просторная, не маленькая. Будут панорамные окна. Вот такой вид на море и на всю природу. Здесь будет балкончик такой продолжительный до конца. Идемте дальше. Здесь у нас, скажем, гостевая дополнительная комната, просторная. Тут у нас еще один санузел. На верхнем этаже 3 санузла. Внизу 2 санузла. Тоже есть душевая кабинка. И уник будет стоять там. Здесь гардеробная. Такая просторная. С просторным санузлом. И вот наша вот хозяйская спальня еще одна. И такой же вид. Идемте теперь в верхнюю виллу. Пауза. Поднялся я к верхним виллам. Вот вилла 3 плюс 1 с частным бассейном. Туда я подняться не могу, так как там ремонт именно что-то делают. И здесь тоже самое, но постараюсь пройтись внутрь. Так, здесь тоже такой бассейн. С той стороны пройдемся. Здесь будет участок.
парковочные места с той стороны, вход оттуда. Значит, здесь вход. С правой стороны у нас санузел. Здесь будет душевая кабинка. Гостиная, совмещенная с кухней. Кухня будет в этой стороне. Высокие потолки. Поднимемся наверх. Здесь вот такая прихожая. Спальня. Здесь у нас Тешекюляр гзелем абе. Мистер Мачо Аланьяда. Бекташ. Здесь у нас сауна. Какая сауна? Здесь у нас санузел просторный. Пройдемся, мастера работают. Писание обжим. Здесь будет вот такой вид. Море более-менее ясно видно отсюда. И горочки. Колагесина. Саулас. Саулас. Сюда я не могу зайти, так как заливает цемент. И такой же вид отсюда. Поднимемся на верхний этаж. Вот верхний этаж. Эх, цемент везде. Хочу показать вид. Здесь внешние блоки кондиционера будут стоять. Выход отлично. Молодцы, что так сделали. Порой именно на балконе делают. Прошел. Ага. Вот здесь еще санузел. Вот это третья комната. 3+1. Ох, красота. И вот та вилла, которая стоит 260 тысяч евро. Это стоит, на котором я нахожусь, 240 тысяч евро. Новая вилла. Сами оцените цену и вот. Так, подведу итог. Дорогие зрители, мне виллы очень понравились. Расстояние отсюда до Средиземного моря, до воды 7 километров максимум. Отверял по карте Google. Где-то 15-17 минут езды на машине. Будет открытая парковка. Сейчас я выложу, после разговора моего, выложу все фотки, посмотрите до конца. Цены вы услышали. Квадратные метры 3+1, 125 квадратных метров. Жилая площадь. Она 2 этажа с половиной. И внизу, которая двухэтажная, там 4+1. Ее цена была 395 тысяч евро. Так что, дорогие зрители, обращайтесь. Если что, зарезервируйте. Надеюсь, кто-то купит. Все, с вами был мистер Мачо из Алани. Район Бекташ. I'm fed up with changes. Come pick me up, cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look. She's standing in the crowd. So let go, I don't want to, but I'm gonna try. When she left me, yeah, let a little bit inside. You know, maybe things are gonna be alright. I just wanna see the light. I'm so sick of waiting.